Внимание, тренеры, победителя и призеров весовой категории вас ожидают для вывода. Готовность уже должна быть. Награждение мы начнем сразу же после окончания финального поединка. Кто не выйдет, значит, награждаться не будет. Финальную встречу весовой категории до 63 килограммов обслуживает бригада судей. Руководитель ковра Александр Курилов, судья международной категории Новосибирская область. Арбитр на ковре Павел Воронин, судья международной категории Тверская область. Боковой арбитр Олег Бюшко, судья международной категории Ямало-Ненецкий автономный округ. В красном трико Марат Гарипов, мастер спорта, представитель города Санкт-Петербург. Ему 29 лет. Лучший спортивный результат спортсмена, чемпион России 2019 года. Тренируется под руководством Юрия Неробеева и первые тренеры Мухалимов Салават и Тагиров Данис. Его соперник, борец в синем трико, Жамбалат Лакьяев, представляет Республику Мордовию и Кабардино-Балкарскую Республику. Ему 25 лет, он мастер спорта, является чемпионом России, на первенстве Европы до 23 лет, занял третье место в составе сборной на Кубке мира, второе место и первое место на чемпионате мира среди военнослужащих. Тренируется под руководством тренеров Авязова и Лакьяева. Внимание, победитель и призеры весовой категории до 55 килограммов. Вы, наверное, забыли, кто у нас победитель, кто призеры. Я поименно сейчас объявлю. Юрий Топа, Алтайский край. Васюнин Юрий, Алтайский край. Кабалоев Виталий, Республика Мордовия. И Сафершаев Эмин, Ямало-Ненецкий автономный округ. Просьба подойти к арке. Через 2-3 минуты состоится награждение. Тренеры, приведите своих спортсменов. Они-то отборолись, устали, понятно. Но вы должны следить за ходом соревнований. Yeah.
Внимание, спортсмены, победители, призеры весовой категории до 55 килограммов. Просьба собраться. Также тренер победителя, пройдите к награждению. Победу одержал Жамбалат Лакьяев, Республика Мордовия, и стал победителем.